Здравствуйте! В этом видео я вам покажу невероятную красоту. Это Кузбасс, Сибирь, и это деревня. Мы купили заброшенный домик в деревне. Сейчас мы с вами зайдем в него. Тут пристройка. Она полностью практически вся развалилась. Очень страшно заходить в такой дом, не упало бы что на голову. Дверь тут даже заклинила. Но сейчас мы с вами зайдем, я вам все покажу. Итак, тут вот у нас сразу печь. Это, скорее всего, как раз зал, и там дальше одна комната. Дом состоит всего лишь из двух комнат. Есть печь и три окна. Даже 4, по-моему, окна. Ну, особых мыслей не было еще, что делать с данным домом, потому что нужно дождаться весны и посмотреть фундамент, крышу, стены, что с ними происходит, вообще подлежат ли они восстановлению. Возможно, в этом домике кто-нибудь и лазит, потому что забора как такового не было у прошлой хозяйки. И ну, я думаю, что, конечно, лазит, потому что все-таки деревня, всем интересно, кто тут что оставил, может быть, что-то можно взять с собой. Ну, потом, когда весной будем уже делать, мы обязательно сделаем здесь забор, возможно, поставим камеры, чтобы ни одна душа сюда не пролезла. Печка, конечно, вот смотрите, она вся в трещинах, и сейчас наше время найти качественного печника практически невозможно. Сами мы точно устанавливать печь не будем. Проще, конечно, этот дом, наверное, даже снести и построить на его месте новый домик, более качественный и современный. А этот дом можно пустить, так сказать, на дрова. Ну, больше здесь взять, как говорится, нечего. Ну, если так вот подумать, то можно это все немножечко очистить на первое время, чтобы там спрятаться, либо вести какой-то огород, вполне достаточно. Но у меня пока еще есть моя дача, она более современная, там и душ, туалет, то есть все там прямо у нас в доме. Но самое интересное, что именно здесь это 60 соток земли. Вот такое вот поле, простор просто великолепный, красота невероятная. У меня дача всего лишь 6 соток, и когда я вижу такое великолепное поле, конечно, это только радует нас. Соседи здесь есть, держат тоже дачные домики некоторые. Ну, деревня старая, в основном здесь уже приезжают, именно покупают как садовые домики, из-за того, что здесь можно купить большую площадь земли. С НТ 60 соток не дождетесь, потому что там понатыканы домики, баньки, все рядом, заборы, слышно соседей, что они делают, то есть очень все близко. Ну, посмотрите, какой здесь великолепный простор. Где-то получается участок в среднем 60 на 100. Чуть позже делать будем межевание и будем делать забор. С этим уже будем решать ближе к лету, потому что забор, конечно, будет стоить очень дорого из-за того, что метраж очень большой. Самое главное преимущество – это, конечно же, площадь участка. Воздух здесь чистейший, будут великолепные закаты и рассветы. Мне нравится, посмотрите, какой простор. Площадь участка как раз доходит вот до тех столбов, как раз где электричество. Ну, а пока у нас такой вот домик. Стекла здесь разбиты, тоже все восстанавливать надо, ставни нет, и пристройка тоже здесь разваливается. Купили замок для того, чтобы закрыть, но я думаю, что это бесполезно, потому что лазить можно спокойно и через окошко. Спасет этот участок только будущий забор, когда уже будут знать, что появились новые хозяева. Ну а кому интересно, что будет далее, обязательно подписывайтесь на канал, а также заходите на мой канал, смотрите другие видео, следите за тем, как здесь будет развиваться, будет ли стройка, что мы здесь будем ставить, возможно, теплицы, грядки, что-то посажу или что-то другое. Всем спасибо и до новых встреч!